Всех приветствую. Небольшая заметка на тему замены переднего ступичного подшипника. Возник вопрос у одного из подписчиков. Поменяли ступицу, после загорелась лампа неисправности АБС. В чем может быть причина? Так вот, друзья, как практика показывает, причина может быть в запчасти. Вот это я притащил старую ступицу, правда, от автомобиля Lexus 570 LX. Смысл в чем? На автомобиль Prado, на GX идет ступица с магнитным кольцом ABS. Вот она, ступица. И вот это внутреннее кольцо, оно магнитное для датчика ABS. Есть ступицы, как оказалось, даже оригинальные, которые не имеют вот этого магнитного кольца и не предназначены для работы с системами ABS. У меня даже в практике был такой случай. Там, правда, клиент сам заказал запчасть и привез оригинальную запчасть в коробочке Toyota, все как положено. Ну, я, соответственно, без задней мысли что-то не обратил внимания, что к чему. Установил ступицу, собрал автомобиль, выезжаю, сука, АБС загорелась. Думаю, бляха-муха, что за херня. Загнал автомобиль назад, думал, повредил я датчик при его снятии. Датчик проверил, прозвонил, все исправно. Сопротивление на нем, как положено в документации, без проблем прозванивается, все четко. Думаю, ну чудес же не бывает. Все посмотрел, все на месте. Позвонил ребятам из Toyota, своим друзьям. Они говорят, хуй знает, как бы, ну, не было таких случаев, как бы, ничего не можем сказать. Короче, я разобрал назад ступицу, вытащил этот подшипник злоебучий и начал внимательно осматривать. И, как оказалось, магнитного кольца на нем обнаружено не было. То есть там колечко похожее, но оно не магнитится. Отверточки проверил, не магнитится. Короче, в итоге владелец ступицу перезаказал, я ее поменял, и вопрос по АБС был закрыт. Поэтому берите на заметку, проблема такая хоть и очень редкая, но она возможна. Особенно если вы захотите сэкономить и закажете через фирму Автодок, Экзист и прочие какой-либо аналог. И в описании аналога может нигде не фигурировать информация, что ступица будет без кольца АБС. В итоге поставите и потом будете искать вчерашний день и думать, что за херня и где косяк произошел. Так вот, перед тем, как ступицу установить, не поленитесь, проверьте, имеет ли она магнитное колечко. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем удачи. До новых встреч в эфире.